И вот только сегодня я сняла видео о том, почему я не всегда выпускаю видео, что я не все для вас снимаю. И я, если честно, думала, что несколько людей от меня отпишутся, потому что, ну как бы, все хотят больше материала от видеоблогеров, ютуберов и всяких летсплейщиков. Они хотят больше материала, а я тут вам рассказываю о том, почему его меньше. И я думала, что несколько человек отпишутся, но нет, несколько человек подписались. И у вас уже 70 человек. Я хотела снять еще одно такое видео, когда будет 100, но я понимаю, что я не могу. И что меня на самом деле радует каждый вообще подписанный на меня человек. Мне приятно, когда я вижу, что с каждым десятком вас становится все больше и больше. Я от многих слышала, что мои видео полезны, и я не знаю... Мне просто это очень делает приятно моему сердцу, что вам нравится меня смотреть, что для вас это все так интересно. А то, что еще и полезно, это вообще мне очень, вообще, очень, я даже не знаю, что сказать. Мне доставляет больше удовольствия, когда вам вот как раз полезно мои видео. И я стараюсь их делать для вас очень полезными. Так что я... Спасибо, что вы есть, что вы подписываетесь, что вам нравится, что, возможно, кто-то из вас делится моим каналом со своими друзьями, что вы ставите лайки, комментарии пишете иногда. Это просто очень приятно. И, собственно, ради вас я все это снимаю. Ну, для себя, конечно, но в первую очередь это вот для нас с вами. Вот. Не для меня и для вас отдельно, а для нас с вами я все это снимаю. И на моем лице сейчас просто гигантская улыбка. Так что я говорю вам сейчас большое спасибо. И моя лошадь на сегодня, призрачная мечта, тоже говорит вам большое спасибо. Да и вообще все мои лошадки, мои конюшни говорят вам большое спасибо. Потому что благодаря вам некоторые из этих лошадей вообще есть у меня в конюшне. Так что спасибо вам. Мы вас любим. Не туда нажала. Ну и ладно. Так что спасибо вам. Будем рады снова с вами встретиться в следующих видео. Всем пока-пока.